родился 29 ноября 1890 года в Вышнем Волочке, учился в Московском коммерческом училище. В 1910-1913 годы на химическом факультете Политехнического института. В 1913-1914 годы проходил службу в царской армии. В 1923-1931 артист Московского театра революции. В 1931-1932 артист Центрального театра Красной армии. В 1932-1933 артист Московского театра опереты. В 1935-1937 артист Гостим. В 1937-1941 артист Московского театра имени Ленсовета. В 1941-1943 артист Московского театра драмы. В 1943-1945 артист Московского театра сатиры. В 1945-1953 артист Московского драматического театра. Умер в 1966 году.